Вот. Запись пошла. Вот. Я с Удиком иду, все. Я открываю шампанское, а Удик начинает. Потому что я уже командую. Нормально говорить не могу. Значит, ну ладно, хорошо. Этот музей. Ты, кстати, присутствуешь в открытии, да? Да, нет, открытие, да, все заснял. Да. Почти 10 лет. Да. Здесь. А как вчера было? 10 лет. Причем Саш, наверное, давать лампочка, его, подожди, давать его, они мне не собирались. Квартиру эту. Да. Потому что то, что они наметили мне скинуть, как какому-то приезжему, у них стояло открыто, и все брали, кто хотел. Всю сантехнику, все какие-то вещи, все было украдено. Они боялись, что я подам на них в суд. Я уже это когда понял, я им сказал: ребята, я знаю, что квартира стояла открытая, тут ходили, кто хотели, поэтому не бойтесь, я в суд на вас подавать не буду. Я могу дать вам расписку, дайте мне ключи. И тут они пошли навстречу и дали ключи. Когда я сюда вошел, у меня ноги подкосились, буквально слышно. Вот эти две комнаты представляли жалкое зрелище, ободранное. И тут был один Вася такой, он уже царством небесным умер, но я у него спрашиваю: Вася, у тебя есть что-нибудь, домик тому бы мне помочь навести порядок? Он говорит, он позвонил, приходит мужик, узбек, и мы познакомились. Когда он узнал, сколько мне лет, он меня завожал, говорит: у нас в этом возрасте уже люди ничего не делают. А вы приехали из Америки, что-то делаете, да. У вас какая-то идея. Я говорю: да, всю жизнь мечтал сделать, собрать такой музей. Всю жизнь таскал из страны в страну, а тут с квартиры на квартиру. Он говорит: ну, я вот могу вам помочь. Оказалось, мужик очень рукастый, и он стал мне помогать. Вот, к сожалению, он уже, его выгнали в Узбекистан, там он жил. А я помню его, вот. Да, я еще помню его. Хороший, да. Очень мужик. Хороший, хороший, ты его хвалил тогда, да, да, да. Он моей спиной, да. Сидел. Помню, помню, он скромный, да, но ему приятно, да. Охранил меня. Так и было, да, я помню, конечно, вот, помню, да. Вот, ну что, как, я не знаю, вот, он все вот это сделал своими руками. Да. Молодец. Тебе и с говорит, этими всегда ли везло, денег, да? Не надо, я говорю, ну что ж. Даже так. Ну, хоть, да, я ему уже давал, сколько мог, он не хотел, брал, он и ночевал тут, и спал тут. Ну, короче, ходить, да. Короче, он, вот человек, Господь послал, и все это вот, ты меня спрашивал, кто это сделал, все это он делал. Молодец. Но его уже нет, сердце небесное. Да. Вот. Но частицу души, частицу своей души он оставил здесь. Да, душу, потому что он с душой тут все восстанавливает. Душу оставил. И вот, брат, имеем, да. Сколько лет. Ну давайте. Водик, а Миша тебе звонит? За музей. Миша-то, помнишь, который из Биробиджана-то звонит тебе? Это самый Миша. Миша. Я и говорю. А, так ты про него говоришь? Про него. А, про Мишу, оказывается. Да, Миша-то да. Чудный, что ты. Так он твоего возраста, Миша-то. Да какой там? Так это другой тогда. Я говорю, Миша из Биробиджана, который там, такой в возрасте. Я такой. Все спутал. Сказал. Я перепутал что-то, да. Но я же... Биробиджан, это же не в Узбекистане. Это еврейский. Я то того, Миша. Конечно. Это Узбека-то я знаю, да. Жил, а здоров. Это Миша, тот великолепный тоже Миша, да. Тот тоже рукастый Миша. Жив-здоров. Кстати, он не младше тебя, кажется. Он такого же возраста, как ты, если может не ошибаюсь. Быть, да. Примерно так же. Родился в Биробиджане. Биробиджане родился, из да. Него а сейчас здесь. Делал эталон еврея. Да. Правильно. Он великолепный мужик, великолепный. Махровый. Да. Вот такой должен быть еврей. Правильно. Рукастый.
все я открываю знать, шампанское. Сам все знать и сам все делать. Рудольф Сузгаевич, можно открывать шампанское? Да, да. Можно, все, еще я открываю шампанское. Еще людей, которым ничего не надо говорить. О, точно. Красиво. Можем все говорить. Красиво, красиво. Ребята, я счастлив, что я приехал. Сейчас вы знаете еще почему, Рудик? Ну как я, вот все здесь были, а Сашка не был. Я в свое время Саню первый раз привез Коле Васину. Если бы вот не был бы, он и не знал. Мы с ним были пьяненьки такие были, помнишь, на Московском вокзале. Да. Еще Коля был, мы Коля знаем. Я благодаря тебе только, между прочим, я опубликовал... Ты мне случайно диск дал с Колей Васиным, который японское телевидение приезжало в 2000 году. Да. И не было опубликовано. Я думаю, как так? Я опубликовал у себя ВКонтакте. А потом там, там и Коля живой, там Луди, да. Приезжали снова, да. Один остался из них живой. Из этих японцев? Все умерли, а этот говорит, мы должны снова приехать. А, это они же приехали, японцы, да, да, опять, которые молодцы. Недавно приезжали, относительно, вот, да. Один, два раза они приехали. Один раз был молодой, ну, да. Вот так вот судьба. Молодой пацан был, он говорит, мы должны снова приехать к этому человеку. А из Британии-то тебе не пишет ничего, тот, который, помнишь, это в Голландии ты самый, который делал, ну вот. Да все это есть, все. Британское, да нет, я видел, много снимал, помнишь, это, ну, на это, на костях-то, который, да у него проект. Да вот книга стоит, ты меня не слушаешь. Книга он стоит. Какая, какая, где? Вон, гости нарисованы, две руки, вот, ЛЛ, видишь, написано. А, ЛЛ, вот это ЛЛ, да? А, да, вот это. У меня ничего. Не пропадает просто ну, там. Хорошо. Или в книгу, или в статью, да. Или в запись. Ну, я не люблю так просто. Ла-ла-ла. Впустую и нет, да, продукта. И... Это неправильно. Вот. Это не по-еврейски вообще. Вот. Конечно. А здесь одни евреи собрались. А что русскому-то делать? Заодно попал, евреям тоже будет. Сейчас вы. Я вас уже боюсь уже. Боюсь вас. Держи. Я вас евреев. Взаимно, взаимно. Мы с тобой еще. Да, было дело. Замечательный год. Было дело, да. Там была у нее дочка еще такая была. Маленькая. Конечно, ты же ум-то у тебя какой цвет. Давайте, ребята. Давайте за встречу. Давайте. Снегурочка такая. Тогда была хорошая, да. Снегурочка очень нам. А, Ларин, да. Тебе помнишь, что я к тебе, да, привозил? Новый год-то праздновали, скрипач-то шикарный, да, был, помнишь? Москвич, москвич. Возьмете, запить там. Я... Вот. Запить? Запить. Ну, водичка просто есть, пойдет. Лимонад какой-то. Не, ну, сходить, я схожу сейчас. Сходи. Забрати. Ну, давайте выпьем немножко. Вот, чуть-чуть. Я, а да, ты глоточек сделай только. Да, все. Это для камеры, я схожу. Ну, ладно, да, хорошо. Я в